Программа «Access» организована для казахстанских детей посольством США. Проводится бесплатное обучение английскому языку группы школьников во внеурочное время. На сегодня обучением охвачены 36 кокшетауских школьников. Это не только обучение английскому языку, это развитие их лидерских качеств, критического мышления, работы в команде, объединения, то есть работа в проектном формате, в проектном менеджменте. Вот такие вот гибкие навыки еще мы развиваем у наших студентов. Эта программа глобальная, она работает по всему миру, поддерживает такой социальный проект. В нашем городе это уже второй поток мы набрали. В первом потоке были у нас студенты, первого курса от 15 до 18 лет. Это будущие учителя английского языка. Набор обучающихся проводится на конкурсной основе. Одна из учениц программы – Зинира Айтенова. Девушка перешла в 11 класс и мечтает стать переводчиком. Считает, что знание английского расширит возможности при трудоустройстве. Подала документы, прошла тест необходимый, показала знания. В общем, узнав, что я поступила, я ничего не ожидала веселого. Я думала, что это будет просто обучение в школе. Сейчас я прохожу занятия в лагере. Здесь крайне весело. Если вы найдете тех людей, с которыми вам весело тут находиться, то это вполне станет досугом. По окончании обучения выдается сертификат, присваивается звание «Выпускник американской программы Access». Зарина Беккалиева, Дархан Мужибаев, Рахат Жумабек, Кокша Ахпарат.